Прием граждан главой Славянского района – это фактически прямая адресная помощь жителям. Этот формат взаимодействия уже доказал свою действенность. Подробности в следующем репортаже. Жители города и района приходят на прием для того, чтобы найти решение вопросов, которые не удается решить самостоятельно. Глава Славянского района Роман Синеговский проводит приемы граждан по личным вопросам, куда приглашаются заместители главы, руководители структурных подразделений. Это позволяет оперативно отрабатывать проблемы жителей. Жительница Славянска на Кубани обратилась к главе района по поводу замены водяного счетчика, который должен быть расположен в специальном колодце. Но из-за подтопления участка нет возможности сделать это в настоящее время. Славянка попросила, чтобы плата за водоснабжение, которая учитывает полив участка, не начислялась до того дня, пока уйдет подтопление и не будет возможно установить новый счетчик. Глава Славянского района распорядился сделать все необходимое для решения этой проблемы. Представитель от строительного бизнеса обратилась по поводу содействия по предоставлению земельного участка для строительства коттеджного поселка. Роман Синеговский отметил, что это вполне разумное предложение, и предложил рассмотреть этот вопрос представителям заинтересованных служб. Также был рассмотрен еще один вопрос, связанный с архитектурой и градостроительством. Напоминаем, что личные приемы граждан глава Славянского района проводит по пятницам с 9 часов утра в администрации района по адресу Славянск на Кубани, улица Красная, 22. Предварительно можно записаться по телефону общественной приемной 4 11 12.